Вот это не понимаю, на мойках, когда типа эту берут щетку, короче, и щеткой там машины драют, я вообще не понимаю. Ну смысл щеткой драить машину? Берешь щеткой, лакокрасочной, затираешь, я не знаю, вы тоже так делаете, ребят? Я не вижу в этом потребности брать щеткой. Взял, обмыл, там чуть обдал, да и все. Там вот это еще щеткой, это царапать, блядь, царапины, там вся машина в царапах потом. Потом, откуда царапины? А что это? А что это? Конечно, щетками нахерячили, блядь. Не надо так делать. Жан братан осуждает. О, свободно. Что я стою, ляса с вами тут-то, что тут свободно? Как раз, ну, я не знаю, может, он обмыл тут, чтобы он хотел заехать. Потому что тут еще тут, ребята, машинки там по чуть-чуть там шаманят. Может, он себе обмыл? Ну, себе не себе, короче, а заедет Жанчик. Ну, а что? Так, ладно, сейчас заеду, малышечку свою чуть обдам с леганца. Ну, надо, она заслужила. Хотя, чистенькая, нормальная. Можно и не обмывать, да? Ну так я по низу чуть обойдусь, чтобы так, чуть-чуть, чтобы было нормальненько.